Привет, парни, мы добрались. Привет, парни, мы оказались в Лонг-Бич, Калифорния. Здесь будет проходить первый раунд Formula Drift 2018. Да. Мы в Лонг-Бич, Калифорния. Первый раунд Formula Drift 2019 года, Streets of Long Beach, улицы Лонг-Бич. Намечается офигенный день, и мы вам обязательно все покажем. Погнали! Формула Дрифт – наиболее уважаемый чемпионат по дрифту в мире. Вот поэтому мы здесь, к тому же Streets of Long Beach – наиболее удобный этап для зрителей. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I've been on the flex since flex zone. Neighborhood all in your eardrums. I ain't never scared like Bone Crush. Boy, I got God, don't fear none. My line busy, take no calls. Feels like I don't have no flaws. Snakes in the grass, cut those off. Yo, squad shitty, my bros raw. No breaks, we go, 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 go. Throw shade, that's a no, 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 no. Go high, go low, low, low. Like spinning in a 644. Cash money like 504. Ball like AD24. No sleep, need more, more, more. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up. You see the drippy, I'm fitted up. Hop in my car and the giddy up. Secure the bag, yeah, I get the bus. Pick it up, pick it up, pick it up, pick it up. Ooh, I'm a real one, my day once. Try speak up, can't say none. Try dig dirt, there ain't none. I make the money, then save up. 10-80, my save ones. Take to the top on the basement. New car, race on. Fast lane, pace on. With the booyah, that's a flex. Not human, I ain't from another planet. I'ma teleport, might vanish. I'ma wake up, do damage. Join number 7's is bored though. Working all night, need more though. I remember nights I was bored though. Pick it up, pick it up, pick it up. Ну чё, парни, готовы увидеть первый в мире дрифт-электрокар? Вот он. И это не просто какой-то шоу-кар. Тачка реально гоняет, и сегодня мы ее увидим на треке и посмотрим, как она вообще едет. Мне в машину обязательно нужно поставить вот такую топливную систему. Сейчас у меня стоит просто топливный насос AEM, а здесь именно профессиональная гоночная система. Я такую себе однозначно поставлю. Я сейчас строю дрифткар на базе 33-го Skyline. Да ладно! И я твой фанат уже несколько лет как. Серьезно? Не мог бы ты мне дать совет как начинающему пилоту? На чем первым делом мне нужно сконцентрироваться в плане обучения? Для начала, наверное, нужно сделать тачку максимально управляемой, чтобы тебе ей было легко управлять. Думаю, это основа. Но главное, веселись, не воспринимай все прям супер серьезно. Не напрягайся. Вот и все. Если бы я мог вернуться назад во времени и сказать это самому себе, это было бы самым важным. Ну вот, у меня 33-й Sky, я уже купил практически все детали, и скоро, наверное, начну все в кучу собирать. Крутяк, что, скоро на трек уже поедешь? Что? Ну, у тебя трасса какая-то есть рядом для тренировок? Ну, Willow Springs, наверное. А, так ты местный, что ли? Ну да, ну вообще изначально я из России. Прикольно. Его точка зрения не слишком концентрироваться именно на результате. Мол, мне вот этого нужно победить, я хочу быть лучше, чем вон тот. Вместо этого лучше концентрироваться на получении удовольствия от вождения и вообще от того, что ты делаешь. Я это давно уже понял и абсолютно с ним согласен. Так оно и будет, и посмотрим, что из этого всего получится. Как вы, возможно, видите, в тачках категории Pro целая куча вторых джеев. У нас тоже будет стоять именно такой мотор. Он здорово звучит, ну, Все эти турбозвуки, вестгейта. Это одна из причин, почему дрифт такой популярный и зрелищный вид автоспорта. Да сами просто на тачке посмотрите. Мне кажется, это самая красивая машина в чемпионате. JDM — тысячесильная Toyota Supra на втором JZ. На таком же моторе, который будет у меня стоять. Она красивая, быстрая, шумная. Ну реально потрясающая тачка. Посмотрите, какое внимание к деталям. Мне кажется, такой должна быть каждая машина. Я лично стремлюсь именно к такому. Вот почему вот так я собираюсь строить свою. О чем речь? Меня зовут Антон. Приятно познакомиться, Антон. Хочу сказать, что, по моему мнению, это самая красивая машина чемпионата. По моему тоже. Я сейчас строю 33-й Skyline для участия в Pro-AM. В какой стране? Да в этой. Я здесь его купил. Опа, так откуда ты? Ну, можно сказать, из Калифорнии. Братан, у тебя акцент, колись, откуда ты? Изначально из России. Понял. Я приехал сюда и хочу здесь гонять. Моя мечта... А какой мотор? 2J? Да, 2J. Ну, слава богу, только не РБ, иначе нагеморроишься, блин. Если бы ты мог мне дать совет, что бы ты сказал? Совет по постройке? Да не, я просто в постройке не шарю особо. Или ты имел в виду касаемо вождения? Да, что я должен держать в голове, чтобы... Ты хочешь стать пропилотом, да? Да. Не меняй шасси. Подумай как следует, выбери одно и оставайся на нем до смерти. Если только у тебя не тонны денег, и ты можешь как следует листать за разработку машины. Я подозреваю, что эту машину ты строишь сам, да. Переходя на 33-й кузов, тебе будет трудно, если ты на нем никогда не ездил. Ты, наверное, начинал с эсок, всяких сосыксов. Не, я на проуровне вообще не гонял пока ни на чем. Он тогда вообще норм. Ты на нем будешь учиться, на нем и оставайся. Навсегда. Ну а сейчас мы находимся прямо на трассе. На самом деле, так волнительно здесь находиться. Буквально полчаса назад, прямо вот здесь, дрифтили тысячесильные монстры. И круто на самом деле. Как вы можете видеть, здесь все в бетонных блоках. И это одна из причин, почему этот первый этап настолько зрелищный. Для зрителей это круто, поскольку гонять здесь рискованно. Трасса быстрая и опасна. Ну, таков дрифт. Вот поэтому ты должен быть уверен в своей машине на 100%. Ты должен быть уверен, что тачка едет именно так, как тебе нужно. Просто здесь нет возможности для ошибки. Ошибся, все, твоя тачка в бетоне, и тебе придется строить все заново. А сейчас я покажу вам тачки ребят, с которым мне предстоит соревноваться в Формуле Дрифт Pro-AM. Как вы видите, ребят, эти машины довольно мощные и быстрые. Они совершенно не такие, какие я видел в роликах, ну, пару лет назад, чтобы понять, кто вообще на чем в Pro-AM гоняет. Чего-то такого я вообще не ожидал увидеть. Они практически уровня Pro. Соревноваться тут явно будет непросто, но я все равно это сделаю. Точно сделаю.